Там, да? В советское время здесь стоял товарищ Ленин. Свой кой там что-то подтягивал, потом памятник Ленину демонтировали. Я в этом не участвовал, потому что был беспартийный. Вот. Сейчас поставили памятник Ленину. Почему она не гаитянка? Ну так это памятник Мишель Обаме. Ну. Но чего она здесь делает, тоже непонятно. Что она символизирует? Она символизирует то, что Америка нас защитит от агрессии Путина. Хотя, сама постановка вопроса мне нравится. Почему? Здесь сделали маленькую лесенку, куда можно забраться, и очередной флаг пахать. То есть встать на место Ленина. Это не лестница, это получается трибуна. Да, это фактически это нормальная трибуна. Вот, знаете, поэтому это место мне сейчас нравится. Можно туда залезать, любой флаг высовывается, ага. И выпендривается. Пока полиция не придет, да? Не, я думаю, полиция, она увидит, что ты не пьяный, она увидит, что ты не наркоман, и к тебе никто не будет приставать, если у тебя нет запрещенной символики. А за запрещенную символику у нас какая? Советская, нацистская? Нет. А какая? Публично. Мероприятия. В публичных мероприятиях ты не можешь использовать символы нацистской и советской символики. А это разве не публичное мероприятие? Ты же на публичном месте будешь. Я не объявлял это публичное мероприятие. Это мое личное пространство. Но ты же не дома. Правильно, я не дома, я в общественном месте. Но это не публичное мероприятие, где я написал в Вышской Думе. У нас пикет, у нас митинг. Вот если я объявлю, что у меня будет митинг, пикет. Ой, Мишель пропадает. Она уезжает в Америку. Вот, попала Мишель. Куда же ты, Мишель? Она может боится этого вируса Эболы и скрывается на всякий случай. Наверное, да. Ну что, все? А,